Digital, блокчейн и IT – эти понятия стремительно входят во сферы нашей жизни. Новое время диктует новые правила. Особенно это касается экономики. Именно цифровая трансформация бизнеса стала основной темой на полях форума «Дело за малым». Главным событием дня стало пленарное заседание. Но перед его началом собравшиеся минуты молчания почтили память погибших во вчерашней трагедии в Керчи. В качестве спикеров на заседании выступили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов, а также ведущие российские бизнесмены. Именно от слаженной работы власти и бизнес-сообщества зависит успешное будущее всей экономики. Форум «Дело за малым» набирает свою активность, набирает свои обороты. Это подчеркивает, что нужен форум, нужна эта площадка для общения, для обмена мнениями, для обмена решениями тех проблем, жизненных проблем, которые сегодня возникают перед малым, средним бизнесом. И что само по себе не может не радовать, что эти решения, которые обсуждаются на площадке форума, находят реальное уже отражение нормативных актов, которые на уровне и федеральном, и краевом принимаются. Это, наверное, есть его прикладное значение, которое сегодня необходимо жизни, необходимо малому, среднему нашему бизнесу, необходимо развитию экономики региона, конечно, всей страны. Переход на цифру может оказать большую помощь малому бизнесу, считает и Борис Титов. Но перед тем, как внедрять современные технологии, необходимо установить понятные для всех правила игры. Конечно же, должны быть и шаги по снижению нагрузки с предпринимателей. Например, установить минимальную налоговую ставку для самозанятых и упростить систему получения патентов. Главное, чтобы мы нашли в диалоге ту точку среднюю, компромисса, которая бы, с одной стороны, усилила нас и бизнес, и власть, а с другой стороны, не настолько это было тяжело для бизнеса. И в этом смысле мы должны, конечно, внедрение цифровизации дополнить еще и вопросами экономической поддержки бизнеса. Бизнес переходит в фазу высоких скоростей. Краснодарский край готов к ним. В регионе создают максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Во всех районах Кубани открыты центры поддержки предпринимательства. Около 10 тысяч человек уже получили помощь. В том числе за счет регионального фонда микрофинансирования. Объемы выданных кредитов по сниженным ставкам за последние 3 года увеличились в 4 раза. Расширяется и сфера, где можно воплотить свои деловые идеи в жизнь. Сегодня в крае малое и среднее предпринимательство давно вышло за рамки торговой деятельности и сельского хозяйства. Оно развивается в промышленности, строительстве, транспорте, жилищно-коммунальной и курортной сферах. Этому способствует сама жизнь, сама структура экономики Кубани. Цифровой трансформации нужно овладеть уже сегодня, чтобы обогнать конкурентов завтра. В этом уверен российский миллиардер, 84-й номер в отечественном списке Forbes Игорь Рыбаков. Быстрые и новые всегда атакуют и всегда поедают старых и засидевшихся. Это закон жизни. Поэтому быстрые создатели нового, ребята, готовьтесь, у вас гигантское количество шансов, потому что в России очень много старых компаний, которые реально уже обездвижены. Готовьтесь, ребята, нас ждет великая охота. Переход на цифровую экономику – стратегическая задача для Краснодарского края. Излишняя бюрократия, которая так пугает начинающих предпринимателей, должна уйти в прошлое. Для начала необходимо провести скоростной интернет во все населенные пункты, а документы размещать в облачных хранилищах. К 2025 году 80% бизнес-услуг для потребителей будут доступны в электронном формате. Реальным станет и открыть свое дело всего в один клик компьютерной мыши. И наша сегодня задача – научиться жить в цифре. Если даже бизнес будет идти в ногу со временем, безусловно, и находиться в цифровой экономике, в цифре, а власть нет, государства нет, органы государственного управления будут отставать, ничего хорошего из этого не будет. Мы должны быть сбалансированными. Надо подумать над тем, как сегодня сделать так, чтобы минимально сократить это цифровое неравенство. Какие должны быть запущены инструменты, как сделать цифровую инфраструктуру в целом, создать эту цифровую инфраструктуру в регионе и в регионах в целом. Где подобрать кадры, которые умеют сегодня пользоваться и жить в этой цифре. Чтобы в целом цифровая инфраструктура была отечественная, а не зарубежная.
И вот мы должны в этой гиперсети найти свое место. Развитие отечественных технологий не значит уход в изоляцию от остального мира. Наоборот, стоит перенимать зарубежный опыт. На форум приехали бизнесмены из Германии и Китая. Хедлайнером всего мероприятия стал знаменитый актер, а ныне спецпредставитель МИД России Стивен Сигал. Такого рода мероприятие – это прекрасная возможность для всех представителей малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, поскольку это прекрасная возможность высказать свое мнение, послушать экспертов и познать для себя что-то новое. За 2 дня в программе форума запланировано более 30 семинаров, мастер-классов, круглых столов и лекций. Участие в них примут 80 компаний. Кроме этого, на площадке открылась выставка франшиз, где любой желающий может выбрать себе бизнес по душе. Форум очень сильно заряжает мотивацией. Здесь очень много выставок франшиз, много компаний. Ты думаешь, что нужно что-то делать. Не только работать на кого-то, но свое дело, пусть даже малое или средний бизнес, это очень важно. Здесь вообще много интересного, много новых таких, скажем так, впечатлений, каких-то ноу-хау, которые, да, можно для себя почерпнуть. Я на самом деле очень хочу открыть свое дело. Я знаю английский язык, и меня вообще вдохновляет обстановка здесь, что столько франшиз, все очень классно и действительно мотивирует. И я думаю, что в скором я все-таки открою свою школу. Форум «Дело за малым» уже ставит рекорды. Почти 9500 человек зарегистрировались в этом году. Теперь рекордов ждут от самих участников, предпринимателей и тех, кто только решил открыть свой бизнес. Многие спикеры сегодня доносили одну простую вещь. Важно только захотеть, ведь дело за малым. Вы в курсе, что бизнес выводят на цифровой уровень? Новое время диктует новые правила, и диджитал с блокчейном входят в повседневную жизнь. Особенно это касается бизнес-сообщества, от которого зависит будущее экономики. Здравствуйте, я Инга Габиша, и на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. О вопросах и проблемах, которые сегодня возникают перед малым и средним предпринимательством, мы поговорим с заместителем директора Департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи, начальником отдела поддержки и развития малого предпринимательства. Наш гость сегодня Денис Токарев. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Вы принимали участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Вот скажите, пожалуйста, будете ли сейчас рассматривать и обсуждать с нашими сочинскими предпринимателями возможности использования современных цифровых технологий в этой отрасли? Форум в таком формате проводится уже в 3-й раз по инициативе губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева. Это важнейшее событие для предпринимательского сообщества нашего региона. От города Сочи также принимала участие делегация в этом форуме. Все остались безумно довольны, в восторге. И я думаю, что на следующий год количество желающих многократно увеличится, должно посетить мероприятие данного форума. Что же касается непосредственно основной тематики форума, в первую очередь затронуты цифровые технологии в бизнесе. Да? У нас мир меняется стремительно, естественно, и цифровые технологии прочно входят в нашу жизнь. Естественно, бизнес не останется в стороне. Бизнес также цифровые технологии постепенно, планомерно внедряет. Это в первую очередь технология блокчейн, которая у нас предполагает передачу адресных данных, технология криптовалют, оплаты и так далее. То есть технология блокчейн – это одна из наиболее перспективных отраслей вообще в экономике, в мировой, не только в российской, но и вообще в мировой. Кроме того, существует ряд программ для автоматизации бизнеса, например, в общественном питании. Необходимо понимать, что путем нажатия одной кнопки сейчас можно не только отправить заказ на кухню, да, но также и подготовить всю необходимую управленческую отчетность и бухгалтерскую отчетность. То есть все процессы автоматизируются и становятся проще для предпринимателей. Также обсуждали при участии губернатора на форуме и шаги по снижению нагрузки с предпринимателей. Да? В том числе речь шла об установлении минимальной налоговой ставки и упрощении системы получения патентов. Возможно, эти программы уже работают в Сочи? Да, разумеется, они работают в Краснодарском крае. У нас есть закон по внедрению патентной системы налогообложения, закон о налоговых каникулах. Все это было введено еще в 2016 году. Многие предприниматели, в том числе и от города Сочи, успели воспользоваться этой мерой поддержки. Но в основном разговор шел именно о снижении административной нагрузки на бизнес. То есть, как сказал
представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Борис Титов, бизнес все-таки несет социальную функцию. Это занятость, это трудоустройство, это подвоз мобильных продуктов и услуг для населения. Не стоит от малого бизнеса ожидать каких-то огромных налоговых поступлений. Поэтому нам надо всячески ему помогать и развивать. Вот. Соответственно, административные барьеры в последнее время многократно снизились. Все совещания, все советы при главе города, при главе администрации Краснодарского края именно на это направлены. То есть мы с бизнесом находимся в прямом диалоге, обсуждаем эти вопросы и выносим какие-то консолидированные решения, которые позволяют бизнесу не просто оставаться на плаву, а развиваться, о чем свидетельствует и рост количества предпринимателей, которые у нас в городе осуществляют свою деятельность. То есть вы проводите какую-то информационную работу, получается, с предпринимателями? То есть они знают о проведении такого уровня в форумах, участвуют, ну и насколько полезно для них это? И опять-таки, будете ли вы здесь вместе обсуждать все эти нововведения, которые предлагают вести? Разумеется, мы проводим информационную работу среди предпринимателей. У нас для этих целей существует инфраструктура поддержки предпринимательства, то есть официальный сайт администрации, инвестиционный портал. Мы там размещаем всю актуальную информацию о налоговых льготах, о каких-то мерах поддержки и так далее. Кроме того, существует центр поддержки предпринимательства, который также свою деятельность основную ведет для того, чтобы предпринимателю оказать какие-то консультации, услуги, провести информационный семинар и так далее. То есть в тесном контакте находимся с предпринимателями, постоянно информируем о мерах поддержки, информируем о потенциале в городе, который есть, для того, чтобы они могли дальше развиваться, дальше прогрессировать. У нас это основная цель сейчас. Ну вот по недавним данным, Краснодар вошел в десятку лучших городов для ведения бизнеса. Как думаете, почему Сочи не вошел в этот список? Тут своеобразная оценка, на самом деле, смотря в чем оценивать бизнес. Краснодар, безусловно, территориально более крупный город, у него есть до сих пор есть потенциал, где можно осуществлять бизнес. Если по Краснодару перемещаться, можно сделать вывод, что практически везде есть станции технического обслуживания, станции по продаже автомобилей, торговые центры. И есть еще потенциал для того, чтобы создать новые места для бизнеса. В Сочи, к сожалению, несколько ограничен, он так зажат между морем и горами. Да, у нас количество земли свободное немножко меньше, чем в Краснодаре. Тут надо отметить, что в городе Сочи востребованность этих мест для бизнеса она гораздо выше. У нас ежегодно прирастает к нам порядка 1700 предпринимателей в год. Вы представляете, какая это цифра? То есть все хотят заниматься бизнесом в Сочи. Краснодар, Краснодарский край в целом, он является вообще магнитом для населения со всей страны. Да? У нас очень сильно растет население за счет активных граждан, которые готовы открывать, развивать свое дело в нашем регионе. Но, естественно, и Краснодар, и Сочи находятся, ну, если не в десятке Сочи, то в двадцатке уж точно наиболее востребованных мест для организации собственного дела. И для этого делается очень большая работа. Совершенствуется инфраструктура, упрощаются правила ведения бизнеса, они становятся более прозрачными. Ну да, в регионе очень много говорят, и, к слову, наш губернатор постоянно говорит о том, что нужно создавать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. И вот что в этом плане, да, делается в Сочи, раз такой ажиотаж и такое внимание со стороны бизнесменов. Сейчас у нас основная мера поддержки, которую мы предлагаем нашим предпринимателям, это оказание консультационных услуг. То есть если до 2016 года мы предоставляли субсидирование, был небольшой охват предпринимателей, которые могли рассчитывать на эту поддержку. Сейчас же это значительно больше, более существенная поддержка для бизнеса в целом, не для отдельных каких-то предпринимателей, а любой предприниматель может обратиться за поддержкой в центр поддержки для того, чтобы получить какую-то исчерпывающую консультацию, информацию по налогам, информацию по микрозаймам, по кредитам, информацию о любом необходимом интересующем вопросе, он может обратиться именно в центр поддержки для этих целей. Вот. И мы, естественно, ему окажем все необходимое содействие. То есть так легче начинать, да, когда Конечно. Идет такая поддержка информационная? Угу. Да.
Но чем именно в Сочи занимаются предприниматели? Вот в основном что это? Не только ведь торговая деятельность. Ну, конечно, у нас город курортный. Мы больше предприниматели свободно регулируют этот рынок. Естественно, рынок сам показывает, где необходимо усилиться, где необходимо, где у нас переизбыток предпринимателей в той или иной сфере. Конечно, учитывая специфику курортного города, наиболее востребованными являются отрасли торговли, отрасли предоставления санитарно-курортных услуг и так далее. Да, но, тем не менее, мы можем сказать, что у нас и производство развивается, и сельское хозяйство. В каких-то определенных аспектах мы все-таки стараемся эти шаги делать. Да, и для того, чтобы город мог отчасти хотя бы сам себя обеспечивать и продуктами, и какими-то товарами, разумеется, в городе есть и другие виды деятельности, помимо торговли. Конечно, общепит тоже очень большую долю рынка занимает, общественное питание, да, потому что 6 миллионов человек, которые приезжают в город, их надо накормить, их надо где-то поселить и как-то развлечь. Соответственно, ежегодно у нас новые места показа организуются для того, чтобы интерес города он не спадал. То есть это в основном все-таки на туристический бизнес у нас основная опора идет. Много условий в нашем городе для развития разного рода бизнеса, но развивается ли у нас бизнес с местным колоритом? Ну, например, тоже пчеловодство, сбыт медовой продукции. Вот есть такое что-то? Разумеется, у нас город уникальный во многих природно-климатических условиях, в котором мы в городе Сочи, в Краснополянском районе, в районе села Салахаул, выращиваем единственный в мире каштановый мед. Да? То есть его, по сути, больше нигде нельзя выращивать. Единственные места – это как раз горные районы муниципального образования Сочи. Да? Этот мед очень высоко ценится. Его экспортируют в разные города, в разные страны. То есть он действительно востребован, и отдыхающие готовы возвращаться именно за теми продуктами, которые у нас есть в Сочи, для того, чтобы дегустацию проводить этих продуктов. Визитной карточкой города у нас, безусловно, является чай. Да, самый северный чай в мире. До недавнего времени он был Мацеста-чай, Салахаул-чай, Дагомыс-чай. Это на международных соревнованиях получает высокую оценку. Есть также элитные сорта чая, Шапсук-чай, да, которые также являются визитной карточкой нашего города. И таких сортов чая нигде в мире попробовать больше нельзя. Соответственно, этим производителям сельхоз мы уделяем большое внимание и стараемся поддерживать их, чтобы они могли также оказывать дальше качественные услуги. Варенье тоже у нас производят местные производители. Разумеется, у нас плодово-ягодное хозяйство очень хорошо развито в городе, учитывая наши, опять же, климатические условия. Да? То есть наш климат, по сути дела, является залогом для того, чтобы город Сочи предоставлял товары такого уровня, такого качества, которые не имеют в себе аналогов не только в нашей стране, но и, по сути дела, в мире. Открывают у нас бизнес в Сочи, да, и много его. А что касается инвестирования, вот насколько благоприятен для инвестирования в целом Краснодарский край, ну и, разумеется, Сочи в частности? Краснодарский край традиционно входит в пятерку лучших по условиям для развития инвестиций регионов Российской Федерации. Разумеется, создана инфраструктура к Олимпиаде, и также та инфраструктура, которая в последующем будет создаваться, она имеет большое притяжение для инвесторов. Инвесторы интересуются нашим городом. В настоящее время мы изучаем потенциал Лазаревского района, который, в отличие от трех районов, которые находятся непосредственно в центре, да, скажем так, города, Лазаревский район немножко находится на отшибе, поэтому там есть большой потенциал. Там огромная 90-километровая пляжная полоса, на которой есть еще возможности строить новые объекты, создавать объекты для спорта, создавать объекты туристического показа и так далее. Это поселки Головинка, безусловно, мы рассматриваем возможность комплексного развития этого поселка. Поселок Якорная Щель, то есть там еще есть куда развиваться, там есть потенциал для инвестора. И инвесторы на самом деле сейчас активно изучают эти предложения. Безусловно, Краснодарский край у нас является третьим по численности населением субъекта Российской Федерации. Он обладает умеренным
приятным для жизни климатом. У него создана и создается, самое главное, качественная инфраструктура, в том числе дорожная инфраструктура для бизнеса. У нас производство вина в Краснодарском крае. У нас создаются скоростные магистрали, которые обеспечивают подвоз. Мы являемся транспортным, не могу сказать транспортным коридором, но являемся связующим звеном с полуостровом Крым, да, который имеет важное политическое значение у нас в стране. Соответственно, город Сочи и Краснодарский край в целом – это действительно важное значение. И благодаря грамотному управлению сверху, грамотному управлению в регионе и на местах, мы имеем то, что имеем. Город Сочи действительно ежегодно и в последнее время особенно активно делает большие шаги навстречу экономическому росту. У нас и потенциал есть для этого, и все возможности, которые существуют, мы также их стараемся в своей работе использовать. Конечно же, первоочередные у нас сферы – это всегда здравоохранение, образование, но можем ли сказать, что и в вашей отрасли, отрасли предпринимательства, наше руководство региона, в том числе губернатор, уделяет внимание? Да, разумеется. Предпринимательству Вениамин Иванович уделяет огромное значение. Мы ощутили особенно это с 2015 года, когда впервые был организован форум «Дело за малым». Это качественно новое событийное мероприятие для края, которое изначально планировалось для края, но оно получило международный статус. Гости, которые принимают в нем участие, они готовы приезжать, в том числе из Китая, из США и так далее. Они действительно заинтересовались тем мероприятием, которое руководство Краснодарского края организовало в крае. У нас принимало участие в этом форуме китайский медиагигант Huawei, принимал участие Google и принимал участие Яндекс, наша медиакорпорация огромная. На самом деле Стивен Сигал принимал участие, да, то есть большой интерес вызывает форум. И это невозможно было бы организовать, если бы на всех уровнях власти, на уровне региональной власти, не было бы такого внимания к бизнесу. То есть бизнесу уделяется особое внимание как экономическому локомотиву, так и социальному локомотиву нашего региона, который способен давать нам то, что мы нуждаемся. Это налоги, занятость, загрузка товаров и услуг, качественных, соответствующих ведущим мировым стандартам. То есть работа выстроена так, что прибыль получают и сами предприниматели, и это отражается на доходной части бюджета? Разумеется, да. Доходная часть бюджета за счет налоговых поступлений растет ежегодно. С этим связано и увеличение количества субъектов предпринимателя, но в том числе и те виды услуг, которые предприниматели оказывают, они становятся более доходными. Соответственно, налоговая доходная часть бюджета, она растет. Предприниматели обеспечивают свое благосостояние, обеспечивают благосостояние своих семей, а также работников, которые у них трудятся. И учитывая общую негативную тенденцию мировую в экономике, я думаю, что Краснодарский край демонстрирует очень положительные тенденции, на которые могут ориентироваться наши зарубежные коллеги. Заключительный вопрос. Наверное, стоит сказать о том, что местным предпринимателям, не крупным, так скажем, порой сложно конкурировать с федеральными сетями. Им приходится все время что-то выдумывать, чтобы держаться на плаву. И, возможно, для кого-то из них выходом станет участие в социальных проектах. Ведь существует федеральная программа, нацеленная на то, чтобы сделать бизнес социально ориентированным. И вот в нашем городе уже руководство Сочи предлагает бизнесменам, к примеру, на месте барака построить спорткомплекс или на месте стадиона Хоста базу регби. Вот какая выгода будет у предпринимателя от участия в этих социально ориентированных бизнес-проектах? Спасибо за вопрос. Я хотел бы в первую очередь ответить на вопрос конкуренции малого бизнеса и крупных игроков. Угу. Если раньше тенденция в развитии экономики была такая, что крупная рыба ест мелкую рыбу, то сейчас немножко все изменилось. Скорее, быстрая рыба ест крупную рыбу. И крупные гиганты, крупные корпорации отличаются небольшой мобильностью. И в свете изменяющихся условий, в сфере внедрения цифровых технологий в бизнес, у малого бизнеса
у высокомобильного малого бизнеса есть определенное конкурентное преимущество. И он вследствие этого может занимать именно те места, которые сейчас являются насиженными со стороны крупных корпораций. Безусловно, это не значит, что мы не заинтересованы в том, чтобы крупные сети также оказывали свою качественную работу, продолжали, потому что они являются плательщиками налогов. И, тем не менее, малый бизнес имеет все шансы работать за счет своей мобильности, за счет того, что у него есть пространство для маневра. Что же касается социального предпринимательства, да, также на форуме «Дело за малым» мы обсуждали вопрос предпринимательства в спорте. Вообще, является ли предпринимательство в спорте, в социальной сфере прибыльным, или оно заведомо носит социальную нагрузку. Очень большое количество предпринимателей, в том числе известные спортсмены, которые занимаются бизнесом в сфере спорта, однозначно говорят, что да, мы можем зарабатывать на бизнесе, но при этом важную социальную функцию играть. То есть два в одном сразу. И доходы получает предприниматель, и майские указы президента исполняются, да, у нас количество людей, занимающихся спортом, ежегодно растет. И сейчас Министерство спорта Российской Федерации разрабатывает программу ГЧП в мире спорта. То есть на месте барака, как вы говорите, построив спортивный, качественный новый объект, предприниматель может получить субсидию от государства. На будущий год разрабатывается такая возможность, и предприниматель может часть своих доходов возместить путем подачи заявки в Министерство спорта, и, соответственно, для него уже затраты, которые он пустил на строительство объекта, он может пустить на развитие именно спорта. То есть он может поставить какие-то качественные спортивное оборудование, может социальную функцию выполнять. То есть, не задумываясь о сиюминутной прибыли, он может дать возможность молодым талантливым спортсменам развиваться, да, за относительно небольшие деньги. То есть это сейчас новшество, которое способно дать определенный толчок спорту. То есть именно с Краснодарского края, вероятнее всего, начнется внедрение ГЧП в спорте со следующего года. Спасибо, Денис, за интереснейшую беседу и за исчерпывающие ответы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Гостем нашей программы сегодня был заместитель директора Департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи, начальник отдела поддержки и развития малого предпринимательства Денис Токарев. На этом я с вами прощаюсь. Будьте в курсе всех событий города Сочи. До встречи в эфире.